Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня мы проводим еще один урок по программе DP Animation Maker. И это уже будет урок номер 27. Скорее, это не урок, а обзор по программе, потому что часто возникают вопросы, какие же версии выходят, что там нового и так далее. И обратимся мы к официальному сайту. Откроем сайт в начале, чтобы сравнивать можно было между собой в браузере Mozilla, вот Firefox, и в Google Chrome, потому что там очень хороший переводчик онлайн. А так как мы английский знаем не очень, то поэтому будем пользоваться русскоязычной версией, а просто кое-где переходить к англоязычной. Итак, открываем русскоязычную версию программы и начинаем работать с ней. Ну, домашняя страничка программы, что здесь представлено. Вот смотрите. Ну, версии 3.5.0 и 3.5.1 были. У нас версия 3.5.0.1 стоит. Ну и подробнее мы почитаем. Ну, если они вот представлены, 0.1, 0.2, 0.3, и еще опять он обновлена версия 3.5.0.3. Ну и почитаем, что новенького в этих версиях. И вот здесь вот четко увидим, что крайне вот 23.12, ну теперь уже прошлого года, вышло последнее обновление, версия 3.5.0.3. Ну, последнее на сегодняшний день. Объясню, почему мы на это обращаем внимание. Дальше я покажу. Потому что в интернете встречается уже версии 3.5.0.4. Ребята продают и деньги за нее просят. Но, как видите, на официальном сайте никакой версии 3.5.0.4 нету. Что же нового в этих версиях? Я уже говорил об этом, что если каждый месяц выходит новый релиз, ничего особо нового там увидеть невозможно, поэтому ждать особо не следует. И говорил о том, что мы будем делать обзор какой-нибудь версии уже теперь, так как они, вот видите, как обновляют раз в месяц, раз в полгода, потому что за полгода уже наберется какое-то определенное число обновлений, можно будет хоть о чем-то говорить. Сейчас говорить практически не о чем. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Там, если мы про 0.1 говорили, то что там говорить-то? Ну вот, смотрим. Сайт, кстати, у них не очень, разработчики программы. Вот. Но видите, что они пишут. Начиная с этого релиза, мы возвращаемся к ежемесячным обновлениям и так далее. Вот, конструктор анимации здесь расширен двумя какими-то цветовыми модами. А особо они там ни на что не влияют. 3.5.0.1 у нас стоит, 0.2.0.3 нету. Добавлен новый эффект изменения цвета, добавлен новый эффект динамический, добавлено происхождение кольца, движение обратного радиального потока. Я не знаю, ну вроде бы. Полигон частица и проблемы со сменой цвета были исправлены в этой версии. Ну что сказать, ну так. По сравнению с 3.5.0 практически ничего не сделано. Подробнее теперь 3.5.0.2. Вот что там в этой версии. Ну, в этой версии это обновление расширяет функциональность, добавляя новые параметры. Посмотрим. Добавлено один новый мод, другой новый мод, какой-то динамический, новое начало сектора, случайное движение, добавлено новой частицы звезды. Ну, у нас нету этой версии, смотреть не будем. Исправлена ошибка поликоновская и функция скрытия слоя. Да не знаю, слой закрывается у нас нормально, 3.5.1. Поэтому что там исправлено, бог ее знает. Посмотрим, когда поставим, какую-нибудь там 3.5.6, 3.5.7 версию, тогда и будем смотреть, что они там понаисправляли. Вот. Подробнее 3.5.0.3. Опять открывается. Это не у нас, и не скорость интернета, и не компьютер. Это сайт такой тупой у разработчиков. Вот. Ну, смотрите, что здесь добавлено. Первым. Новая текстовая частица, вот, вариация, вот, изменение размера, круговое движение, опция интервала, вот, опция зацикленного звука. Но мы звуком здесь практически косметическое изменение в диалоговом окне. Да, фактически ничего. Вот. И 3503 крайне. Так, вертится. Сейчас ждем опять эту тупизну. Вот. Это обновление позволяет расширять функциональность конструктора анимации, добавляя новые параметры. Ну, что они тут нового наворотили? Добавлено редактирование точки поворота для изображения частиц. Ну, значит, ее двигать, скорее всего, можно будет. Добавлен мод вариации, динамика. Исправлен сбой при отмене загрузки изображения частиц. Ну, проверить сложно. Кисть для копирования фона теперь корректно работает без фонового эффекта. Опция «Копировать слой» добавлена фоновое копирование. Ну, хорошо, ну вот когда это будет, вот 3 версии вышли, или 4 считать их, 3, 3 перерабатывалось, то 5-6 версий выйдет, может 7. Тогда можно обновлять. А так смысла нет. И каждый день обновлять. Какой смысл? Значит, что можно посмотреть еще здесь? Ну, здесь реклама, она не изменилась, программы. Что было, то и осталось, смысла об этом говорить нет. Галерея, здесь представлены, ну, картиночки, видосик, что можно тут сделать, продукты и дополнения, ну, вот они на русском языке. Создатель анимации, ну, это, собственно говоря, сама DP-шка, так она по-русски переводится. Вот. И еще 2 программки, я не знаю... Особо у них-то и ничего, видите, на сайте нет. И вот иногда еще возникают вопросы. А где, а что и как дополнение к этим программам? Вот эти дополнения идут на все эти 3 программы. Ну, вот это вот основная программа, а эти 2 как бы привязаны. Вот и все, что этот разработчик разрабатывал. Пакет расширения DP, под водой, природа. Вот эти 2 пакета встречаются еще. А вот этих, вот этого, вот это, вот это я нигде не встречал, чтобы отдельно где-то встречать, только вот на сайте. Ну и покупка у них. Пакет расширения DP, ну все пакеты по 9,99, по $10. Создатель двойного проникновения. Ну, чтобы было понятно, вот мы переходим на английский и сюда вот. Ну вот, они называются как... по-английски, как, чтобы правильно их искать в интернете, их надо искать вот так, а не создатель двойного проникновения. Оригинальное название у нас. Он, их надо искать вот так. Ну, вот цены как были, так и остались. Сейчас же модно количество девяток до беспредела ставить. И, а здесь еще вот эти вообще помнили. Здесь количество семерок превышает разумные пределы. Ну, значит, так надо. Вот. Что еще у них? Так, это не то. Вот, открываем опять Google Chrome. Руководство нам не надо. Галерею мы смотрели. И в избу теперь возвращаемся. Избу, блог. И вот так О стоит. Это АНАСС. Вот. Где они, собственно говоря, и находятся. Это частная компания, вот в Таллине базируется, Эстония, тут пишут, где это, в Африке, наверное. Вот. Мы специализируемся, ну, как сказать, в советское время учили географию все, как сейчас учат, не знаю, особенно в России-то вроде учат, а как в бывших советских республиках, кто ее знает. Вот. Поэтому, да, Эстония может быть в нынешнее время и в Африке. Вот. Ну, чем они занимаются... Компьютерная графика, анимация, настольные чары. Игры, наверное, скорее всего, чары-то колдуют, что ли. 1-2 рабочих дня ответ составляет. Да, сейчас. Попытался я им написать, но мы, Россия для них враждебное государство. Может, они нам вообще не будут отвечать. Вот. ждал ответа, так и не дождался. Вот. Ну, вот это их адресочек, куда надо писать. Вот. Там есть это, ну, поля, которые заполнить надо и написать. Но такое ощущение, они работают на ЦРУ, МОСАД, МИ-5 или вообще на всех. Вот. Потому что там надо чуть ли не фамилия, имя, отчество вашей прабабушки, где она родилась, чем занималась при царском режиме. Вот там очень много заполнять. Вот. Эстония небольшая страна и так далее, Балтийского моря, ну понятно, это вообще для лохов пишут. Эстония является членом Европейского. Это очень важно для этих программ. Вот без Европейского Союза, ну никак не разработать. Вот, а НАТО так вообще, ну без НАТО такие программы не разработать никак. Я не знаю, что ли, если танк не подогнать к офису, то значит программу разработать невозможно. Вот, Всемирная торговая организация, Эстония, Демократическая парламентская республика. Ну, бог ее знает, я там после советской власти не был. В советское время был, а потом уже нет. Поэтому проект демократию не знаю. Мне сложно что-то про это сказать. Ну, вот, собственно, и все. Ничего нового у них не появилось. Это все было. Весь обзор сайта я делал. Единственное, что вот это обзорчик этих галерей в СБУ. Сейчас вернемся. Обзор этих версий. Вот только. Ну, появится 3.5.4. Поставим 3.5.4, сделаем обзор. Ну, наверное, дойдет до 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 3.5.10. Тогда можно будет обновиться. А сейчас там это 1,5 птицы приклеили, да пошли бы они в Африку, правда, со своей программой. Вот так вот обновлять ее по одной частице. Сейчас и будем все менять. С этим вроде закончили. И теперь возвращаемся к тому, о чем я говорил с самого начала. Я вот так, ну, идем, сейчас зайдем, чтобы мне не открывать заново. А? Здесь закроем. Вот. Теперь это вот официальный сайт. Как и... Тут и наши уроки есть, как с базовыми эффектами работать. Вот. Вот наш урок. Вот наш урок. Это тоже наши уроки. А вот самое интересное я нашел. DP Animation Maker. Я не рекламирую это. Я просто хочу сказать. Вот я вам говорил предварительно, что 3.5.0.4 у разработчика нет. Я понимаю, есть лицензионная версия и есть какая-то поломанная. Это я могу понять. Вот. Но когда у разработчика версии нет, а вот уже в интернете есть, вот это мне сложно понять, кто ее и как собрал, и в чем ее отличие от версии 3.5.0.3. Ну вот, тут есть такой сайт и предлагает 3.5.0.4. Напомню, размер 20 мегабайт, винда нужна, ну ладно, это все. Вот, 3.5.0.4. Купите премиум на наш сайт, увидите скрытые тексты и так далее. Короче, бабла просят ребята за эту 3.5.0.4, а что они потом продают? Нет, главное, они собирают деньги, чтобы попасть на их сайт. Потому что, вот видите, ну сейчас нажмем что-нибудь активированное. Ага, вот этот сайт просит вас войти. Имя, парольчик и так далее. Дальше денежек попросят. Вот. Ну, очень оригинальные ребята. И здесь вот на русском 3.5.0.4 плюс ключ. Ну, DP на русском плюс ключ. Нет, официально это лизнули на официальном сайте. Тут нет, все правильно пишут про программу на русском языке. Что там на русском языке-то у них? Что-то отмечу, ключ и так далее, чем-то обладает. Вот, приложение заслуживает начинающего мастера. Вот. Ну, правильно. Язык русский-английский, активация проведена, скачать 3.5.0.4, Сергей какой-то. Скачать. Не, активирован. Здесь денег даже не просит. Только не знаю, что скачаешь. Вот. Поэтому Вот такие вот дела. Ну, что можно сказать? Замечательно, ребята работают. Вот. Что они нам предлагают, шут ее знает. Ну вот, аккаунты. Там, скорее всего, не скачаешь, выскочит по одной простой причине: дайте денег. Вот. А денег давать не знамо за что, не знамо кому. Вот. А скачать торрент бесплатно. Написано 3.5.04. А тут 3.4.37. Ну, в общем, рекомендуем через DS какой-то скачать. Ну, в общем, лохотрончик маленький. Ладно. Ну, вот и все, что я хотел в основном вам сказать. На этом будем заканчивать эту красивую передачу «Чуть не плача». Всего вам доброго, всего хорошего. До новых встреч.